Всем привет, и мы на канале Надюшка ТВ. Сегодня я решила пересадить Баффиных крольчат. Им 29 мая исполнилось 2 месяца, сегодня уже 3 июня. И вполне можно их спокойно уже отсаживать. Все с ними будет хорошо. Ну, конечно, надо их будет от коктидиоза пропоить. И надо будет как-то выгадать и сделать им вакцинацию от миксоматоза и ВГБК. Баффи 17 июня рожать, ну там плюс-минус. Вот как раз она будет уже дыхать без деток и ждать новое потомство. Но я думаю, что Баффи это будет реально последний акрол. Она уже не такая молоденькая, скажем так, едва года будет. И думаю, 12 акролов за всю жизнь ей будет достаточно. Вот. Так что все, скоро Баффи уйдет на пенсию. В этот раз она умничка. Она не погуляла на следующий день, потому что она мастер, то сбеги, то еще что-то. Она почти 2 месяца просидела с крольчатами, без детей внутри. Уже 17 мая я ее решила случить. Вообще, я думала в июне случить, но думала, ладно, уже случу ее в мае. Ну вот она приводит в июне, получается июль, сентябрь, даже где-то до октября будет сидеть с крольчатами. Но некоторых я продам. Думаю. А некоторых оставлю на мясо. Возможно. Загадывать не хочется, честно. Пусть она еще сначала родит. Как еще все пройдет. Все. Клетку я крольчатам подготовила. Водичку поставила. Корм поставила. Доски положила. Ну, та доска лежала. Эту я положила. Ну, чтоб лапки дыхали от сетки. Все, ты Баффичка. Мамашка наша. Всё, будешь теперь отдыхать без детей. Пандочка, переезжай с Барни. Пошли, пандик. Панда. Всё, самостоятельная жизнь. Здравствуйте. Первая испытательница. Что же тут происходит? Как же всё интересно. Так, какая-то доска. Ух ты. Прикольно. А что это такое? О, сетка! Вау, интересно. Тоска. Надо попробовать на вкус. А вдруг вкусная. Так, пойдем туда. О, еда! Все, жить можно. Главное, что еда есть. И вода есть. А где мой братан? Где брат? Я что, буду жить одна? Ой, ладно. Мне главное поесть. А все остальное не главное. Ой, какая клетка большая. Иди сюда. Не хочешь готовиться к самостоятельной жизни? Ах, пацанишка какой. Хочет с мамкой жить. Иди сюда. О, Барни. Ой, какой тяжеленький. Надо будет взвесить их. Так. Панда что-то возмущается. Ну, пока они будут жить вместе. Еще месяц. Потом уже, скорее всего, Барни или панду отсажу я. Им еще 2 месяца. Случиться они уж точно не смогут. Вот, ребят, смотрите, он родился 29 марта. Он нормально выглядит? Ну, как бы не отстает от роста. Потому что я очень сильно переживаю, что кролики у меня не растут. Потому что зефирки на крольчата не росли. Просто я планирую этих кроликов оставить. Хоть я и не хочу ими заниматься, но этих у меня рука не подымется их убрать, отдать на мясо и продать. Я просто хочу этих оставить. Вот. Чтобы Барни был. Все равно маленькое количество останется кроликов. Самочку подберем ему. А, ну, это я найду. У знакомых где-то возьму ей крыла, если что. Главное, чтобы они выросли, и все было хорошо. Теперь они вместе. Да? Возмущаются? Ничего. Конечно, возмущаются. От мамки отобрали. Как так? А мать там пытается побег совершить. Не, она кушать просит. Да? Сейчас буду вас кормить. Это моя зая. Все, стресс, депрессия. Детей забрали, надо клетку погрызть. И чё, скоро новых родишь, Баффи?
Так что всем пока, до новых встреч. Встретимся в следующем выпуске на канале Надюшка ТВ.